Я верю, мы сможем ее спасти. Давай 220, пусть вылетят пробки на всех щитах, и пены вернется пусть. Я вижу, мы можем ее спасти. Не надо бояться, мы как раз вовремя. Все будет скоро, а я клянусь. Состояние крайне тяжелое, синие губы, бледная кожа. И если прямо сейчас не помочь, не будет уже никакого попозже. Но случай не безнадежен, и я знаю, мы сможем. Она у нас так сейчас подскочит, что обратно уже не уложишь. Искусственное дыхание, адреналиновые инъекции впустую, пока все старания. С места никак не сдвинется сердце. Застряло грузовиком в 6 вечера в пробке на Волгоградке. И только марево красных огней, подперев горизонт, прожигает сетчатку. Все будет в порядке, и пусть для кого-то мы дурачки, что игнорируют факты, как в свет ее закатившиеся зрачки. Но я скажу тебе, что по-настоящему глупость, честь ее трупом и сдаться пульса так и не нащупал. Я верю, мы сможем ее спасти. Давай 220, пусть вылетят пробки на всех щитах, и пены вернется пусть. Я вижу, мы можем ее спасти. Не надо бояться, мы как раз вовремя. Все будет скоро, а я клянусь. Такая вот смена с тобой сегодня у нас. Доброе утро. И над ней издевались так долго и жутко. Она была кроткой и чуткой. Терпение, как у Христа, 105,5 из 100. Но даже этого не хватило, и кто-то однажды устал. И если она сегодня умрет, только мы виноваты. Никчемные слабые люди, не по праву надевшие эти халаты. Поэтому, но пасаран, матерам не верь докторам. Не верь никому, кто не верит. Они не секут ни хера. В клочья одежду, чтоб не загорелась от силы только такое. И мы спасем ее нашу с тобой. Большую любовь. Я верю, мы сможем ее спасти. Давай 220, пусть вылетят пробки на всех щитах, и в вены вернется пульс. Бросаю гранату!